Водный, горный, пешеходный. Этапы спортивного туризма пришлось преодолеть участникам областного фестиваля «Туриады». Самым юным спортсменам едва исполнилось 9, а самому старшему – за 30. Но возраст здесь не главное, куда важнее – результат. И даже погода для настоящего туриста не помеха. О воле к победе в материале наших корреспондентов. Юная и смелая Виктория Жоссен в спортивном туризме уже 4 года. Девушка мечтает работать в МЧС. Для будущей профессии навыки пригодятся. Я занималась только пешеходной дистанцией 2 класса, 3 и всякими разными. А спелеологией не занималась первый раз. Было труднее, когда подниматься надо было по лестнице, по тоннелям. А так еще нормально, легко. Более 300 участников со всей области боролись за путевку на окружные соревнования. Юные спортсмены от старших товарищей не отстают и рвутся на старт. Дистанция нравится, белый нравится тоже. Ну и все тоже остальное. Ходить по бревнам, держаться за веревки. Областной фестиваль проходит в несколько этапов. Велосипедная гонка, спелеотуризм, водный, горный, пешеходный и, пожалуй, самый трудный – спортивное ориентирование. Здесь они остаются наедине с картой, с компасом, и самостоятельно им приходится ориентироваться в лесу, искать КП и вернуться обратно. Также один из сложных этапов – это технические, конечно же, это пешие дистанции, которые включают несколько технических элементов сложных, где также участникам предстоит их преодолевать и думать, как это все правильно сделать. Участники с лучшим результатом войдут в сборную Самарской области и представят регион на окружных соревнованиях в мае. Екатерина Алексеева, Михаил Смирнов, Новости губернии.